Теперь у него мечта избавиться от этого всего и просто спокойно жить. Очень важный клиент. Ты чё? Это не мой пилот, я с бабой не полечу. Не облажайся, понял? Буду плюшевый и улыбчивый. Там, в небе. В небе у меня никогда этого не было. Ну вы делать что хотите. Я отвернусь. Я тебе бабки плачу. Пошел вон. Ты чё? Знаешь, я вот иногда думаю, зачем людям небо? Я считаю, что небо, оно некоторым вообще противопоказано.